Ребята, привет всем! Вот и выбрался наконец-то я на рыбалку. Вы видите, я сижу в палатке. Это означает, что я выехал на карпа. Открываю сезон по карпу. Там на улице ветер, хоть и светит солнышко, вроде прекрасная погода, поднялся ветер, то мне пришлось перейти в палатку. Ребят, выехал я на рыбалочку. На рыбалочку на свой любимый водоем. Я всегда здесь открываю сезон и за открытие. Что по рыбалке? По рыбалке сегодня я планирую поймать карпа. Здесь по последнему льду ловили буквально недели две назад карпа. И влетали и трешки, и некоторые там рыбаки, такие как Василий, говорили, что пятерку видели в лунке. 5 килограмм, то есть, да, ну понимаете, 5 килограмм это уже хорошая рыба, тем более это тут у нас находится в городе, в черте города, кто здесь был, то поймет сразу, где я нахожусь. И хочу сказать одно, сегодня буду я ловить на очень тонкие, деликатные снасти, будут карповые монтажи, то есть без карповых монтажей я никуда, только по карпу, только карповые монтажи. Возможно, флеты заброшу, что-то на карасика, возможно, кормочки какие-то. Ну, а так, целенаправленно у меня сегодня карповая рыбалка. Рыбалка у меня будет длиться сессия, рассчитываю с ночевкой, поехал я с ночевкой. Где-то полторы суток, да. Сегодня день, я приехал в обед, сейчас 12 часов, пока расположился, уже 2 часа. И плюс еще завтра целый день буду. То есть с ночевочкой, все как положено у меня здесь. Думаю, не замерзну. Плюсовая температура. Сейчас у нас плюс 8, плюс 9. Машине показывают плюс 9, на телефоне плюс 8. Ну, то есть туда-сюда плюс-минус. А так ночью у нас 0. Возможно, сегодня даже будет минус. Но машина рядом. Если что, замерзну, пойду туда. Обогреватель у меня есть. Посмотрим, еще температуру хочу проверить, какая будет в палатке вот такой карповой. Большой у меня было бы меньше, конечно, одноместное было бы лучше. Кормить я сегодня буду зерновой, буду использовать кукурузу. Горох не буду использовать, он тяжелый будет для рыбы сейчас в такое время. По холодной воде рыба его не будет, я считаю, кушать, да, употреблять сейчас в пищу или в очень маленьком количестве. Сегодня будет у меня кукуруза, конопля обязательно, немножко, возможно, будет сыпучки будет чуть-чуть,
Рыбачить, кстати, я буду впервые на две удилища. Обычно у меня 3-5 удилищ, там, чтобы экспериментировать. Здесь я принял решение использовать всего лишь два удилища, так как водоем неизвестен. Я его знаю полностью, целиком. Где какая глубина, тут много лет прорыбачил. И в курсе дела, что здесь рыба предпочитает по весне, осенью, летом. И где ее искать. По монтажам. Вот такие у меня будут на быстросъемнике поводочки. Поводочки у меня 10-12 сантиметров. Волос у меня сантиметр. Это будет для насадочки кукурузы силиконовой. Я вам дальше расскажу. По крючочкам у меня это Hayabusa 6 номер. Грузило я буду использовать здесь 50 грамм. По удилищам. По удилищам сегодня я буду использовать вот такие палки от Brine Apex Double. Это фидерное удилище. Трехчастник. 150 грамм максимальная нагрузка фидера. И, ребят, чем мне нравится это удилище, здесь есть концовочка вот такая, карповая концовочка идет здесь в комплекте, и этого удилища стоит ТС 3,5 ЛБ, 150 грамм нагрузка на удилище. Знаете, ребят, чем мне нравится это удилище? Те, кто хочет половить карпа, могут половить карпа. Сделайте с него карповое удилище. А все, кто хотят половить на реке фидером, любители фидерной ловли, для них есть в комплекте две вершинки, которые идут в комплекте. Ребят, а сегодня я буду ставить на эти фидера вот такие 7000 катушечки от CarPro. CarPro Taurus. Я думаю, вам видно. Лесочка здесь. На этой катушечке идет 0,28, тоже от CarPro. Еще с прошлого сезона не менял. И здесь шок-лидер. Шок-лидер тоже от CarPro. Точно не могу сказать, так как ставил еще в прошлом году. Ну, пока менять не буду. Попробую половить. А уже чуть дальше, когда пойдет сезон, конечно, уже все нужно будет менять. Ребят, по закорму. По закорму у меня, вот видите, тут сыпучка есть. Готовая вот такая зерновая. Мед, карамель. Что, конечно, было, то и взял. То, что осталось там с прошлых разов. И что-то докупил. Не все сейчас на рынке у нас есть. В магазинах по вкусам, конечно, слабовато. Но взял я вот такую прикормку от CarPro. Это криль. Вот такая карпрошная, очень хорошая, акриловая. Клубника на водоеме. Здесь карась любит хорошо клубнику. Возможно, карась подойдет. И кукуруза. Усилим вкус кукурузы вот этой. Вот такой сыпучкой еще кукурузной. Это все сейчас смешиваем. По сыпучке буду сейчас только акриль использовать. Потом буду довозить полуницу и кукурузу. Ну, клубнику и кукурузу. Довозить на точки, точечно шарами. Ничего не забыл.
так, высыпали кукурузы. Кукурузу там она идет уже с коноплей немножко. То есть сюда мы добавим незначительное количество конопли. Так, и засыпаем это крылем. Аккуратно отрываем. Здесь влажная идет у нас кукуруза. Так что сначала так перемешиваем, а потом уже будем доливать воды. И вот так тщательно перемешиваем. Перемешали. И теперь, вот видите, она уже лепится. И теперь даем настояться минут 10, и она будет хорошо лепиться, потянет влагу. Видите? Вот что я хотел добиться. Такая полуплавучесть, нейтральная. Слегка. А когда парик будет шевелиться, он и крючочек движется, видите? Потихонечку. Создает какое-то движение на дне. Вот такая оснасточка у меня будет. Будем пробовать. Так, и вот моя радость, ребята. Это вот такой корабль. Карпер. Я его купил первый раз. Этой фирмы. Это такой подставочка, ребят. Так и я им доволен. Так, первая у нас будет точка. Вот такой опарик. Приподнятый я вам показывал. Ложим. Опа, ставим. Байтранер включили, все попустили. Выставляем первая точка. Вот солнце светит, я не знаю, видно вам, первая точка. И погнали в бой. Рычаг вправо, поехали. Поклевочка. Поклевочка. Боже. Я только глаза открыл недавно. Смотрите. Что тут? Пик. Карасик, наверное. Это, ребята, опарыш. Сработал. Пик. Оп. Фух, ребят, разбудила меня поклевочка. Был на опарыша поклевка. Всем доброе утро, кстати. На опарыша что-то попикало. Вот буквально 2-3 минуты назад. И все. Сейчас, наверное, ставлю кофеек. Я, конечно, когда проснулся, обалдел. Ребят, смотрите. Все выни. Обмерзшее. Тут у меня поплавочные удочки стоят. Утром хотел попробовать. Все замерзшее. Только в палатку опять зашел. Опять на пейджер сработка. Смотрите.
Опять та самая удочка срабатывает. Не, он там. Ух ты, сейчас под упал. Это карпуха. На ближней точке. Что тут? Карась? Да карась. Не, карпуха, ребята. Ребят, карпуха. Оба. Это карпуха, ребят. Ребят, ну сколько? Ну, полтор кило плюс. Такой полторушка. Покажи перья. О-о-о-о. Красавелла. Кстати, вода, смотрите, что-то с маслом каким-то. Не знаю, что это такое. Если вы видите масло. Жирность такая в воде. Готов перезавозиться. Ну, а у нас еще кружечка осталась кофейка, которого нужно выпить. И потом будем заводить мотор. Вот, ребят, что по насадке. По насадке у нас опять же остается вот такой пучок беляка. Один шарик. Повторюсь, больше кормить не будем. Вот так понемногу. Опа. В воде масло какое-то. Вот это мне не нравится вообще. Я не понимаю, как так. Так, проверяем. Тяжело кораблику, значит, чуть-чуть открутили. Байтранер. Так, и выставляем первая точка, 26 метров. Видите, написано return, возврат. И возврат назад, летит. Вот тут у него точка, видите, он останавливается сам и ждет, пока я включу ручное управление, чтобы доплыть назад. Включаем ручнуху, делаем разворот и полный газ. А тут у меня были пропики. Фух. Проверим. Не, ребята, он там. Рыбка там. Ребята, карпик есть. Камыш пошел. А, небольшой тоже. Ну, обычный, ребят. Не чешуйчатый. Опа! О, красотулик, смотрите. Класс. Вау. Так, крючок, конечно, засел. Отдай. Во. Фух. Вот такой карпуха, ребята.
О, красота. И в садок. Ребят, лайкос, с вас лайкос. Первая рыбалка, первое впечатление. Круто. Вау. Поклевочку, ребята, я камеру не одел. Снял, потому что давит. Фух. Что тут у нас? На левую опять на парика. Опустила, ребят. Вот, покажу. Видите, опущенный свингер. Я думаю, подмотать. Вот так подмотаем. Байтранер заново клац. И ждем. Будет какое-то шевеление, будем подсекать. Ох, удары какие. Хорош, смотри, бойки такой попался. Так, подсачку. Блин, запуталось там кольцо. Ой, такой фидерочек карповый. Карповый фидерочек отрабатывает. Или карповик фидерный, не знаю, как сказать. А рыба не бойкая. Она, ну, давит, давит. О, такой. Чуть побольше, ребят. Опа. Иди сюда. Иди сюда. Есть! Двушечка уже. Двушечка, точно. Фух. Смотрите. Хорош. И опять опарик, ребята. Смотрите. Зацепился пером. Зацепился, смотрите. Куча зацепа, выпутаешь, а когда карп проклевывает, хорошо, то ты сидишь, выпутаешь подсаку, подсаки, а там проклев, а там клюет. Фух. О, смотрите, какой красивый. Красотулик. Ух ты. Класс, просто, ребята. Да это какая-то золотая рыбка, просто. Ребята, просто я вам сейчас покажу. Это, я думал, они маленькие, такие там, грамм 800 килушка. Ну, посмотрите, ну, вот этого красавца, да? Посмотрите. Просто, да? Это я вам, ну, не на вытянутые руки вот так, а то есть, ну, полторушечка есть. И эти карпики, ребят, клевали у меня 24 марта. По-моему, сейчас 24. 23. То есть 22 на 23, ребят, вот такие карпухи. Три штуки мне влетело. Еще было много пропикиваний ночью. Но, возможно, там сидел карп. Я утром решил перезавестись, а опарыша не было. То есть стянул, съел рак, не знаю, карась, мелкая рыба. Смотрите, вторая зеркалочка. Ну, это уже не такая красивая. С вот этим красавцем мы, наверное, сфотографируемся, ребят. А вам, если понравился этот видосик, первая вылазка на карпа, первые карпухи весной, то, пожалуйста, не забываем поставить пальцы вверх. Кто подписан, а кто не подписан, то внизу есть подписаться кнопочка. И после подписаться не забываем нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Сессия у меня закончилась. 12 часов дня, я собрался. Сейчас плюс 12 градусов, уже раздеваться не буду, но жарко, ужас. Уже реально весна, скоро начнут цветочки зеленые, трава зеленая, красота будет бомбезная. Рыбалка у нас сегодня получилась. И если карпик откликается, ребят, то в скором времени вас ждут
еще лучше видосик, еще круче. Так что не забываем подписаться и ожидаем новых видосиков. Уже собрался, машина загруженная под верх. Скоро буду на бусе выезжать. Немножко пусть усохнет все, потому что грязь все-таки лучше на внедорожнике, чем на бусе застрять. А так, ребят, я с вами не прощаюсь. Ожидайте новых видосиков, не забывайте подписаться, колокольчик. И всем пока-пока, до скорых встреч. Пух!